Здравствуйте. Я расскажу, как можно размножить закваску, увеличить ее в объеме. Я взяла с холодильника, отлила немножко себе закваски в баночку. Баночку лучше брать побольше. Вот у меня готовая закваска. Есть снятый ролик, как вырастить закваску. Вы можете посмотреть. Мне понадобилось побольше закваски. Например, приготовить квас или испечь оладьи, выпечь хлеб побольше или пироги. И мне надо увеличить закваску. Я вам расскажу, как я это делаю. Можно измерить сразу, измерить, сколько вам нужно закваски. И отметить на баночке, что вам примерно нужно вот столько закваски. Можете это измерить водой, смотря сколько. Вот видите, я нарисовала, сколько мне нужно закваски. Что я делаю? Я беру муку, насыпаю 3 ложечки муки. Три ложечки теплой воды. Я ее подогрела, но не кипятила. И надо перемешать. И ставлю в теплое место примерно на 3 часа. Через 3 часа она у нас поднимется немножко. Подхожу к этой закваске и снова делаю то же самое. Три ложечки муки. Три ложечки теплой воды. И перемешиваем. И снова убираю в теплое место примерно на 3 часа. Она будет подниматься. Но измерять закваску надо. Вы перемешали, и когда она села, смотрите, вот она столько. Вот столько закваски. Значит, опять через 3 часа добавляем 3 ложечки муки и воды. И пока в перемешанном виде мы не дойдем до вот той полоски, которую мы отметили. Вот, и вот так каждых 3 часа мы ее подкармливаем, увеличиваем. Расскажу, как можно даже ведро сделать. Вот когда мы первый день вот так это все сделали, каждые 3 часа увеличили. Например, увеличили вот до этого места, до половины. Берете ведро, наливаете теплой воды. Может, не полное ведро, половину ведра воды, неважно. Выливаете вот эту закваску, которую мы каждые 3 часа подкармливали. Выливаем в это ведро закваски, добавляем муки, делаем вот такую кашицу и оставляем на ночь. На утро у нас пол ведра закваски. Это очень легко и просто. До свидания.